Ух, зима наступила, декабрь, а это значит, что время готовить строганину. И сегодня мы пришли к мастеру по приготовке строганины, Василию Иннокентьевичу. Приветствую вас. Ну вот, мы пришли к вам в гости. Это вообще выше, рыба выше класс. Так, ну, Андрюха, я сразу скажу, это рыба глубокой заморозки, летняя, да? Летняя улова. Ну, да, из летней рыбы, да, мы тоже сможем, да, приготовить, да? О, очень хорошо можно. О, хорошо. Нажиренная. И при том это индигирская улма. Индигирская. Я это по чешую все знаю. Василий Иннокентьевич, ну вот мы приступаем к нарезке строганины. Что мы делаем в первую очередь? Во-первых, рыба это почти лед, а половники это кости. Угу. Поэтому ножик должен быть очень острый. И все это снимаем, половники и так далее. Вот, и после этого чешую снимаем. Чешую может снять любой человек, там проблем нет. Ну, конечно, профессиональный человек мёрзлую рыбу может снять. Чешую. Сразу. Потом, после того, как вы сняли чешую, что делаем дальше? После этого мы взяли, стол положили, и больше эта рыба пол не знает. Положить надо вот такой специальный материал, чистый, да? И все. Обычным способом подпереть груди. Начинаешь строгать. Ну, это озерный щит подлетного лова. Она очень вкусная, мягкая, жирная. И работать с таким материалом очень хорошо. Строгание, например, не только пластинковое. Можно это маленькое рыба обрезать пополам и сделать вот нарезки кусками. Вот так можно тоже сделать. Очень вкусно, очень аппетитно. Ложить блюдце или противень, как угодно его сделать. Сейчас это делает, как роза делает, например, как елочка сделает. Вот, фестивали посмотрите, там будет домашнее задание. И там люди все это принесут. Mm-hmm. Понимаешь? Нет? Это уже своя фантазия. Ну что, время новичков. Вот правильно мы взяли? Правильно. Правильно, да? Теперь берем нож. Первый раз у меня получилось снять плавники. Даже тут уже немного что-то накромсал. Теперь будем снимать чешую, правильно? Так. Василий Иннокентьевич подсказал, что все-таки для новичка немного трудно резать тем способом, который я сейчас попробовал. Но сейчас мы попробуем более легкий способ. Заключается кустом то, что надо ее холодной подавать. И поэтому надо резать очень быстро. Строгать очень быстро. Вот для первого раза это даже не сложно. Но как мастерски это делает Василий Иннокентьевич, это надо еще научиться. Поэтому учитесь. А если у меня получится хорошо научиться, то в следующем году я приму участие в строганине 2019.